Если хочешь поближе узнать человека, пригласи его в гости. Ночью. В эфир. Ночной гость. На канале «Пермь» на РБК. Наш разговор сейчас можно начать, вот, например, с таких фраз. «Мы сами с усами». Или, допустим, «А, у нас тоже есть Оскар». Или, например, «А что вы говорили, в Перми нет кино?» «Есть кино в Перми!» В общем, сейчас все увидите, потому что в «Ночном госте» сегодня обладатель «Золотого орла» в номинации «Лучшее неигровое кино» Павел Печенкин. Павел, здрасте. Здрасте. Я именно так вас сейчас буду представлять, именно как обладатель «Золотого орла» в номинации. Потому что все остальное, там, и член общественного совета, и там, руководитель фестиваля, и режиссер-документалист, это уже будет не так важно, потому что сегодня вы у нас обладатель «Золотого орла». А между тем, вы уже далеко не первый день обладатель этого орла, и дали уже, так, наверное, добрых два десятка интервью. Изменилось что-то у вас вот внутри, в ощущениях? Вот. Золотой орел, да, вот, есть, на полочке стоит. Вон, на столе, пожалуйста, принесли. Нет, пустяк, конечно, но приятно. Ну, если это как бы серьезно, конечно, это высокая кинематографическая награда, русский Оскар. И, конечно, в 60-то лет-то, в общем-то, пора получать, честно говоря. Ну, вот он как раз и через 4 дня после моего дня рождения прилетел. «Золотой орел» за отдельно взятый фильм. Вот Варлам Шаламов «Опыт юноши». То есть не по совокупности, не за вклад, а вот за отдельно взятый фильм. И сразу это лучшая ваша работа? Ну, на самом деле, я думаю, что вот в моем случае, конечно, это не за конкретный фильм, а за совокупность. Потому что тот опыт, который у нас есть, это киностудия, которая существует уже там почти 30 лет. Это фестиваль, который существует 20 лет. Это синематека, который исполняется 10 лет. Это все проекты, которые я и мои коллеги сделали. И такой концентрации киношного материала в одной точке пространства и времени в России больше не точно. Я поясню. Значит, смотрите, вот на этом «Золотом орле» написано «За лучший неигровой фильм». Да. Конкретный фильм. Не написано, что это Павлу Печенкину за вклад в отечественную документалистику. Нет. Этот фильм действительно у вас лучший на данный момент в карьере? Я просто переформулирую это? Тогда. Этот ребенок лучшего, который только что родился, конечно, лучший, я скажу. Но на самом деле вот именно этот фильм «Варлам Шаламов», он мне очень дорог, но он лежит немножко в стороне от того кино, которое я проповедую с точки зрения режиссера, там, эстетики там, и так далее. Фестиваль «Флоритяна», он отбирает те фильмы со всего мира, которые там развивают эстетику Флаерти и его фильма «Нанук Севера». Это человек, живущий в настоящее время, и который режиссер снимает, а потом монтирует согласно своей концепции. Это... А тут историческая лента. Это историческая лента. Лента, которая построена на большом количестве кадров хроники. Хроники в чистом виде, не имеющие отношения к герою. Да, есть фото. Там использованная, да, да, есть история, оригинальная история, там, которой больше никто не смог найти, там, специальная написанная история. Но ведь именно кинематографически это скорее такое кино, не рассказывающее нам приемами кинематографии, там, приемами документального кино какую-то историю. Это история, которая рассказывается текстом. В большей степени. Но текстом. Каким текстом? Текстом Варлама Шаламова? Это да. Да, и в этом смысле вот аутентичность всего материала здесь стопроцентная. Здесь нет ни одного... Может быть, есть 3-4 кадра, которые мы подсняли на Перми 36, антураж зоны. Но все остальное – это аутентичные материалы, имеющие отношение как раз к Шаламову. Во-первых, именно к Шаламову, то есть и хроника именно, тоже? Именно к Шаламову. В 29-м году, когда Шаламов приехал тогда на Вижаиху, теперь это Красновишерск, это было 4-е отделение «Слона», Соловецкого лагеря особого назначения. А я использовал фильм, который снят в 28-м году, который называется «Соловки». А в этом смысле лагерь Красновишерский был точной копией лагеря в Соловках. По организации, по системе охраны, по системе жизни, уровне жизни, пайки там, и так далее, и так далее. А те фотографии, которые просто сняты, взяты из архива, Красновишерского же архива, которые снимали в свое время в качестве отчета, фотоотчета за проделанную работу, и которые предназначались для ОГПУ, это точное совершенно. И там я нашел, кстати, Шаламова, фотографию, которую раньше никто не знал. То есть это все аутентичный материал.
По эстетике фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» очень напоминает фильмы, популярные скорее в начале 90-х годов. В этом жанре вы этого не знали, а мы вам сейчас расскажем, мы перелистнем эту страницу. Сейчас подобного рода эстетика, насколько она востребована? Если говорить об эстетике, то эстетика определяется задачей фильма, безусловно. Да? А в этом смысле задача этого фильма, который я сделал, она точно такая же, как в начале 90-х годов. В последние годы открыто много архивов. ЧК, ГПУ, там, НКВД и так далее. И много серьезных исследователей, историков посидели в этих архивах. И в интернете даже есть очень серьезные, глубокие работы, касающиеся истории ГУЛАГа. Это и экономический, и политический, и социальный аспект ГУЛАГа. Это машина, которая раскручивалась постепенно. И именно вот Шаламов в этом смысле, он стоял в самом начале, в самом зарождении того ГУЛАГа, который в конечном итоге и попал в 1937 году. В этом плане ваша фраза «посидели в этих архивах» может выглядеть таким несколько несмешным каламбуром. Может быть, да. Смотрите, вот подобного рода работы, вот с тех самых 90-х годов, о которых я говорю, постепенно к нашему времени упрощаются, упрощаются и упрощаются. И вот сейчас серьезная документалистика, которую можно было когда-то увидеть, в том числе и на телеэкранах, превращается скорее в такое жонглирование шариками. То есть навязчивая музыка, перебивка историческими кадрами и такой мрачный, глубокий мужской голос за кадром, вещающий. А тут уже не важно о чем. Об ужасах ГУЛАГа, об ужасах, вполне возможно, какой-нибудь там американской военщины, об ужасах того, об ужасах всего, об ужасах 5-10. Вы говорите о телевидении. Да, я говорю о телевидении. В этом же самом, вот если ведь докопаться до корней, то по большому счету вы снимали в одном жанре. Но вы сделали работу, которая получает орла, да, а они делают работу, за которую стыдно. Ну, любому нормальному человеку, который, в общем, это смотрит на русском языке, и вообще-то становится стыдно. Ребят, ну, это чего вы докатились? Это же ужас. А ведь и то документальное кино, и это документальное кино. Ну, я бы не назвал телевизионную передачу документальным кино. Но ведь как бы это неуважение вообще к самому вполне возможно, кино. Как артефакт вообще по природе по своей. Документальная передача, да. То есть, для человека, который смотрит на экран, ведь очень часто может просто не быть разницы. Ну, человек, к сожалению, да, он не понимает, чем отличается телевидение и кино, и поэтому документальное кино как-то для человека недалекого, вернее, скажем так, не разбирающегося в этом, это то же самое же, документальное кино, то же самое телевидение, в общем, никакой разницы. А к сожалению, между тем разница так, есть? Безусловно. И в чем она? Разница в том, что, допустим, фильм «Варлам Шаламов» я делал 1,5 года. Какой журналист телевизионный может себе позволить 1,5 года работать на одной передаче? Это невозможно. Ну, телевизионный-то, наверное, нет, но примеры хороших телевизионных работ там, в итоге, которые снимались долго, мы ведь тоже знаем. Другое дело, что знаем их в основном там с старых таких образцов телевидения, опять же, там, того же самого конца 90-х годов. Да и сейчас, в общем, некоторые телевизионные журналисты, работая скорее в стол для себя, в итоге иногда выдают очень симпатичная работа. Конечно, безусловно. Так сказать, не все же совсем плохо. Это не бывает никогда. Бывает хорошая работа. Но документальное кино по природе, по своей, оно предполагает создание артефакта. То есть это искусство. С чего начинается фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши»? С чего он начинался для вас? С того, что вы увидели фотографию? С того, что пришел Виктор Шмыров и сказал: «Смотрите, Павел, что я нашел»? Нет, было по-другому. На самом деле, это история, причина появления этого фильма, их три. Первая это моя личная причина. Я родился в поселке Кусья Горнозаводского района Пермского края, в ссылке бабушки. В то время отец был в армии, мама там жила, я родился как раз именно там, и брат мой там же родился. Бабушка умерла в 1971 году, и вот история, связанная с моей семьей, я знаю, как тяжело переживал отец, как его на самом деле преследовали вплоть до там, 70-х, 80-х годов, и меня самого лично тоже. История такая была странная, когда меня брали на телевидение, со мной беседовали именно о том, почему моя семья много ездила. Причиной была именно то, что историю моей семьи знали.
Безусловно, это причина. И потом, когда я начал разбираться в том, что же случилось с моей семьей, это был 29-й год, когда мой отец оказался в семье раскулаченных. Ему было 2 года всего лишь. Их отправили до 400 километров на север на санях. Зимой, в мороз. И бабушка моя отца просто передала деду, моему прадеду, чтобы он спас его, потому что он бы не выжил, и меня бы не было на самом деле тогда. Вот. Это был 29-й год, зима и январь месяц. И весной 29-го года в Красновишерске оказался Варлам Шаламов. Это примерно Горнозаводск, Березники, не так далеко друг от друга. Поэтому, в общем-то, история страны мне была не всегда интересна. И я, естественно, начал заниматься этой темой именно давно? Поэтому. Я внутри давно, я читал на эту тему, размышлял, спрашивал людей и так далее. Много фильмов смотрел, естественно. Я знал, что существует фильм «Соловки». Это вторая причина. 7 частей, то есть 70 минут. Фильм, который снят в 28-м году, ГПУ, для того, чтобы успокоить наших западных коллег. Партнеров. Партнеров, так сейчас говорят, да. О том, что у нас нет безвозмездного труда заключенных там, и так далее. Вот. Этот фильм снят в 28-м году, и это была точная копия, опять-таки, вот этого 4-го отделения «Слона», который, где оказался Шаламов. И третья причина – это то, что вот эти фотографии тоже оказались у меня в руках. Я тогда понял, что время настало. Вот этот аутентичный материал и Шаламов, который сам по себе просто… Я думаю, что вот этот вот текст, который Шаламов написал уже там в 60-е годы после того, как он вышел, выжил и вышел из лагеря, такой густоты вот этой человеческой трагедии нет ни у одного из когда-либо живших писателей. Это просто невероятно. Как можно буквами и словами передавать такое состояние? Вот очень точно. И про густоту, и про текст. Но ведь это же надо было еще и показать. Вот смотрите, мне как раз и немножко непонятно. Ведь писателя экранизировать можно по-разному. Можно там создать какую-то художественную обстановку, можно найти документальных людей, все что угодно можно сделать. Но вы не боитесь работать именно с текстом, который надо читать. А вы его абсолютно спокойно противопоставляете, получается, да, всем визуальным приемам, которые используете. То есть вы не упрощая текст, не выдергивая оттуда какие-то куски, стараясь их сводить там по смыслу. Нет, нет, вы работаете с аутентичным, оригинальным материалом. Стараетесь добить его, докрутить его, дать ему какую-то новую грань. Ведь это же невероятно тяжелая задача. И мне кажется, в первую очередь для вас, как для человека, который работает с визуальным рядом и знает, что это практически невозможно. Все-таки это возможно, потому что, во-первых, понятно, что гениальный совершенно текст, но мне нужно было найти интонацию правильную, правильного диктора, который бы прочел это. И я его нашел. Это большая находка для фильма, на самом деле. Если бы я его не нашел, то этого эффекта бы не было, конечно. И актер, который прочитал этот дикторский текст, ему тоже, так же, как и мне, примерно 59-60 лет. А Шаламов, вступление, вот этот пролог к фильму, предтитровый кусок, как раз мне говорит, мне 57 лет. То есть вот этот жизненный опыт, он и как бы судьба непростая, естественно, да. И потом сразу уже начинаешь ему верить. Есть как бы такие вот режиссерские находки. Если бы я его не нашел, фильма бы не получилось на самом деле. Сколько еще было подобного рода шагов, которые в конце концов привели именно вот к такому фильму? То есть вы говорите, если бы я не нашел голос, то. Я так понимаю, если бы я не увидел фотографию, то. Да. Там, если бы не было такой семейной истории, то. Еще да, если бы Андрей Коршунов не умел так очень, очень хорошо реставрировать фотографии. Если бы мы не пробовали, если бы... Ведь ОГПУ снимало общие планы. Вот там здоровое, там как бы поленница дров, там, а там внизу человек идет раз в 5 меньше этой поленницы. Mm. Но такое качество негатива, что мы наезжаем на этого человека, приближаемся к нему. И его видно. И видно его лицо. Видно, что он идет босиком, видно, какое у него лицо, видно, какие у него руки и так далее. Понимаете, это очень хорошее качество стеклянных негативов. И вот внедряясь от общего плана, который нужен был ГПУ при съемках, мы приближались к крупному плану человека, которого никто не знает. И, может быть, и не надо было бы его знать, и ГПУ не нужно, потому что там есть много кадров, когда просто пустая стройка, мы их не брали.
А если там люди были, мы приближались к ним. То есть вот крупный план, человеческий план и общий план, план строительства, который нужен был ГПУ. Вот благодаря этому и случился фильм. Вы его закончили, этот фильм? Вы чувствуете внутри, что история закончена? Или этот фильм, который что-то будет продолжаться? Фильм, который... Нет, я думаю, что я буду эту тему продолжать. Нет, не тему. Вот понимаете, одно дело продолжать тему, то есть исследовать дальше суть вопроса. Совсем другое дело возвращаться к... работе, чувствуя, что она станет началом чего-то еще, какого-то, может быть, второй части, я не знаю, там, ответвления, еще чего-то. То есть вот именно Шаламов. Нет, я с этой точки зрения, Шаламов просто гениальный писатель, да, и он, вот эта вот первая вот читка, которая на территории Пермского края была, она связана как раз с периодом становления ГУЛАГа. Ведь в то время никто не понимал, а что будет дальше, мы-то это понимаем, но нам нужно разобраться, почему это случилось. Почему так, а не так? Почему в конечном итоге случилась коллективизация насильственная, когда миллионы людей согнали в те места, где начали строить заводы? Это же было просто насилие, откровенное насилие режима над своим народом. Геноцид, если хотите, практически. И в этом смысле, почему это произошло, как это могло произойти в нашей стране? Я просто сейчас вот снимаю фильм о пребывании Пастернака, ну, вообще о городе Юрятин, так сказать, мифологии какой-то. Я очень внимательно читаю газеты 16-го года, «Пермские ведомости», губернские, и много фотографий смотрю. Это была нормальная, настоящая жизнь глубокого тыла, в тылу глубокого. Хотя шла Первая мировая война, хотя год оставался до революции февральской и потом октябрьского вот этого события. И потом все это началось. Как это произошло в нашей стране? Как? Если мы этого не поймем, мы не сможем правильно понимать свою страну и самих себя. Вы сейчас работаете над этой темой и над этим фильмом. По ощущениям, исключительно внутренне, сколько пройдет еще времени, прежде чем он будет готов к показу? Ну, осталось там по срокам сдачи мне 2 месяца осталось. «Орел» будет еще один? Нет, я думаю, что это короткометражная картина, которая предназначена прежде всего для пермяков, потому что это событие для Перми, и это важно понимать, что чтобы дети там в школе, там студенты понимали, в каком городе мы живем, из чего состоит этот город. В том числе он состоит из этих литературных мифов. Чехова «Три сестры» и Пастернака «Доктор Живаго». Это великие литературные события, которые сделали историю Перми, на самом деле. Я просто к тому, что если осталось всего лишь 2 месяца, значит, я даже могу приблизительно прикинуть, когда мы с вами встретимся в следующий раз в программе «Ночной гость». Сегодня обладатель «Золотого орла». Вы уж простите, Павел. Павел Печенкин, и я уверен, пришедший к нам далеко не последний раз.